28-летний саратовец поставлял наркотические вещества на территорию Саратовской области из других регионов Российской Федерации. В машине обвиняемого сотрудники наркоконтроля «Главка» обнаружили и изъяли около 2 килограммов гашиша и 500 граммов наркотиков синтетического производства. Примечательно, что смертельный груз молодой человек привозил в пакетах с кошачьим наполнителем, наивно полагая, что такой запах может сбить с толку служебных собак. Фигуранту избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Денис Желтов. Вести, дежурная часть. Саратов.